Александра, новая гарнитурка. Журнале «Звук 7.1» все-таки выглядит она очень симпатично. А вот же с нами Петр. Петр, тебя отлично слышно, и можно говорить прямо вот сюда. Здравствуй, Петя. Привет. Благодаря этому человеку, как я сказал ранее, и вообще, в принципе, нашим сотрудничеством с компанией «Thunder X3», мы провели две недели назад грандиознейший в рамках «2000 ТВ» Здесь стоят блю-свечи, 50 миллионов.
вибрация. Что еще раз? Сколько ударов об стол? С учетом того, что здесь алюминиевая пластина, я думаю, ей можно и по голове просто вдарить, и будет нормально. Ну такая тяжелая. Нет, честно сказать, я люблю больше тяжелых вариантов. Ну, в принципе, смотри, у нее на самом деле здесь хорошие прорезиненные ножки. То есть здесь не просто как обычно, да, у нас вот здесь маленькая, здесь полноценные прорезиненные. Не, ну мощно, согласен. Очень круто. Плюс к ней идет сменная опора. То есть она отсоединяется, но мы здесь ее не показываем. Есть дополнительно. То есть, да, что когда ты играешь, у тебя будут запястья. Я, по-моему, так, ДК-40 это наушники, а у меня клавиатура то ли 30. ДК-30 и ДК-40 есть. Вот, по-моему, у меня клавиатура ДК-30. Вот, она выглядит так, что здесь просто вот она вот, либо такая, либо еще есть другая, она с обратной стороны сцены. Вот, а там что-то есть интересное, что... Там, ну, все то, что, в принципе, уже как бы Thunder продает, и здесь вот, я считаю, все-таки есть смысл на показать именно этот стенд, потому что здесь представлены новинки, да. Уже многие заинтересовались вот этой гарнитурой, которая тебе тоже понравилась. Да, я ее хочу, я больше. Я думаю, я что... Я Пете подойду, скажу, Петя. Обязательно, Петя, я думаю, скажет, не вопрос, мы дадим эту гарнитуру. Ребята, давайте скажем Полине большое спасибо, поставим лайк под этим видео. Встретимся в эфирах, встретимся на ютубе. С вами был Тедыш, Юга. Всего доброго. Пока. Пока-пока.